Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, и в прошедшем году количество заболеваний мужских половых органов и в первую очередь заболеваний предстательной железы увеличилось. Самыми распространенными заболеваниями были рак предстательной железы и доброкачественная гиперплазия или аденома простаты. После возраста 40-45 лет такие жалобы на мочеиспускание, разного вида жалобы, как ухудшается струя, надо вставать ночью в туалет, или трудно начинать мочеиспускание, или ощущение, что не опустошается до конца мочевой пузырь у большинства мужчин. И первое, конечно, что надо делать, обращаться к доктору, к урологу, и ни в коем случае не начинать самолечение. 40 лет, на самом деле, у всех мужчин, не только в Латвии, вообще в мире, происходят определенные гормональные изменения, которые в части случаев приводят к так называемой гиперплазии, то есть изменению тканей и клеток предстательной железы. Нельзя сказать, что все доброкачественные аденомы, они перерождаются в рак. Нет. Рак – это отдельная история, на самом деле. Но аденома, как таковая, она в первую очередь отягощает проблему мочеиспускания. И вот мы часто слышим, что пациенты и мужчины жалуются на учащенное мочеиспускание, на болезненное, на частое, на ночные походы в туалет, на слабую струю и так далее. Чаще всего это связано именно вот с проблемой доброкачественной гиперплазии, то есть аденомы. Все, что касается рака простаты, да, действительно, это процесс, который на сегодняшний день прогрессирует. В Латвии этот вид рака делит первое место с раком легких. Каждый год обнаруживают примерно 1000 новых случаев. И, к сожалению, примерно четвертая часть, это около 25%, обнаружены в запущенной форме. От изменений в простате не застрахован ни один мужчина. В ней происходят изменения, она может доброкачественно расти, могут начаться и злокачественные процессы. Молодым мужчинам до 30, до 40 лет очень внимательно нужно относиться к рассказам родственников и, возможно, даже самим спрашивать у родственников, не было ли какого-то мужчины, который болел онкологическими заболеваниями, раком простаты, конкретно и по материнской, и по отцовской линии. Несмотря на то, что у рака простаты могут быть и агрессивные формы, чаще всего он поддается успешному лечению. Необходима ранняя профессиональная диагностика. Посоветовать могу не только мужчинам, но и женщинам, которые заинтересованы в здоровье своих мужчин, способствовать их приходу к урологу регулярно. Специалисты рекомендуют мужчинам, начиная с 40-летнего возраста, регулярно сдавать анализ ПСА. Эти обследования такие же простые, как и предыдущие. Это анализ крови, который определяет специфичный антиген простаты ПСА. Он абсолютно не означает, что это сразу будет поставлен онкологический диагноз, даже если этот параметр за пределами нормы. Потому что только врач может интерпретировать его. И он тоже достаточно хитрый, он может повышаться и при воспалительных заболеваниях, и после физической активности, и после половой активности. Рак простаты обычно проходит бессимптомно. Именно поэтому так важны профилактические проверки и наследственный фактор. Для этого совсем не обязательно отправляться в столицу Латвии – Ригу. Клиника Луц в Даугавпилсе на протяжении многих лет обеспечивает пациентов эффективной ранней диагностикой рака. А в вопросе диагностики и результативного лечения доброкачественной гиперплазии простаты занимает одно из лидирующих мест Балтии. Наша задача в первую очередь обеспечить качество. А когда у пациента необходимо произвести какое-то вмешательство, будь то хирургическое, будь то урологическое, то, конечно, пациентам удобно, чтобы все сопутствующие проблемы и все до- и послеоперационные сложности решались в учреждении в одном. Мы здесь у нас проводим всю раннюю диагностику рака предстательной железы. У нас есть контракт с государством на проведение зеленого коридора в рамках диагностики рака простаты. Все, что необходимо для этого, мы имеем и мы проводим. То есть мы проводим примерно 300 биопсий в год. Это специальное обследование, которое направлено на то, чтобы выявить этот рак. Ну и, естественно, когда у нас существует проблема с простатой, мы должны провести так называемую дифференциальную диагностику, то есть отличить этот рак, эту простату, либо она злая, то есть раковая, либо она доброкачественная. Мы покрываем практически весь комплекс этих мероприятий.
Основатель и руководитель клиники доктор Олег Хубларов – сертифицированный хирург-уролог с более чем 30-летним стажем работы. Доктор Олег Хубларов – член Европейской ассоциации урологов и британской группы лазерных хирургов, также ментор с правом проведения стажировок по лазерной хирургии простаты. Клиника «Луц» – это не только команда знающих специалистов, но и современное оборудование для диагностики и лечения, что важно для успешной диагностики рака предстательной железы на ранней стадии и его лечения. Для того, чтобы определить и выявить проблему в мочевом пузыре и определить конкретную проблему, необходимо как эндоскопические, так и на так называемые уродинамические обследования. Для этого у нас существует полный комплекс, мы определяем все виды проблем в мочевом пузыре. И это обследование очень важно, чтобы выяснить причину недержания, в первую очередь, причину нарушения функции мочевого пузыря, причину неопорожнения мочевого пузыря и всякие разные сопутствующие. Определить, какой конкретный вид проблемы у данного пациента или пациентки присутствует. Также неотъемлемой частью диагностики урологических заболеваний является ультрасонография. На сегодняшний день в урологии, если мы говорим о предстательной железе, ультразвуковые обследования через живот, они не являются точными. То есть для того, чтобы выяснить точно, в каком состоянии находится простата, необходимо вот такой специальный датчик, который в этом аппарате является особенным, потому что он имеет три сканирующие поверхности и одновременно сканирует так в сагитальном, во фронтальном и так называемом эндфайром варианте. При помощи данного ультрасоноскопического аппарата мы определяем объем, размеры, форму, структуру предстательной железы. И что самое главное, в том числе мы можем предполагать отсутствие наличия злокачественного так называемого процесса. Если необходимо, после диагностики и выявления всех особенностей предстательной железы пациенту необходимо провести раннюю диагностику рака, то мы при помощи этого же аппарата мы проводим так называемую биопсию, то есть забор кусочков ткани для дальнейшего патологического обследования. Если у пациента проблема злая, то мы делаем биопсию и выявляем это. Если проблема добрая, то значит, соответственно, мы можем дальше предлагать ему те лазерные операции, о которых мы говорим. Нужно подчеркнуть, что клиника «Луц» – первое медицинское учреждение не только в Латвии, но и среди стран Балтии, которое ввело методику оперативного лечения аденомы простаты – холмиевую лазерную энуклеацию простаты «Холэп». Технология совершенно новая. Абсолютно революционная, позволяющая оперировать без разрезов, без каких-либо кровопотерь больших. Нет никаких ограничений в плане объемов железы. Можно оперировать пациентов с всякого рода так называемыми кроверазжижающими препаратами. Для нас это не помеха, то есть мы можем оперировать, не отменяя эти препараты. И очень короткий период пребывания на кровати, то есть одни сутки наши пациенты уходят от нас без всякого рода катетеров, трубок, без всяких мешков, с полноценным нормальным мочеиспусканием. Каждый год в Латвии 1000-1200 новых пациентов с раком простаты. Среди мужчин этот вид рака по распространенности находится на первом месте. Болезнь быстро прогрессирует, поэтому своевременно поставленный диагноз имеет решающее значение. Будьте бдительны, поддержите своих братьев, мужей, отцов и знакомых раз в год пройти профилактическую проверку здоровья, сдав анализ крови на ПСА. Очень хороший критерий – посмотреть, как ты относишься к своей машине, к своему мотоциклу, и подумать, так ли ты относишься к своему здоровью. Обнаруженный на ранней стадии рак простаты благодаря новейшим щадящим технологиям успешно поддается лечению, сохраняя на уровне качества жизни потенцию и уверенность в себе.